В сообществе российской автомобильной индустрии в социальной сети ВКонтакте опубликованы фотографии предсерийной Весты Спорт. Машина была выставлена в день города Тольятти 5 июня на автодроме КВЦ ВАЗ. И хотя завод по-прежнему не сообщил никаких подробностей об автомобиле, но все же удалось выяснить некоторые детали. Первый ходовой образец Весты Спорт был готов еще в начале года, и о нем уже было видео. С тех пор у машины появился оригинальный декор, а на крыше багажника установлено крупное антикрыло. Также нынешний прототип отличается от раннего седана иными колесами диаметром 18 дюймов и выпускной системой. Но и такой экземпляр еще очень далек от окончательного варианта. Подразделение Lada Sport до сих пор занимается подбором оптимальных характеристик и комплектующих. Это касается и колес, и выпуска, и подвески. По плану дорожный просвет Весты уменьшат на 45 мм и даже силового агрегата. Хотя задние тормоза точно будут дисковыми. На версию Sport установят вазовский атмосферник 1,8 литра с фазовращателем, но с иным распредвалами, впрыском и выпуском, а мощность вырастет с 122 примерно до 150 лошадиных сил. В паре с ним, скорее всего, станет работать французская механика JR3. Ее хотели ставить на Весты с моторами Renault Nissan, но это еще не окончательная конфигурация. Поиски оптимального решения продолжаются. Примеры готовой машины по-прежнему запланированы на московский автосалон, который пройдет в конце августа. Поэтому времени на доводку осталось немного, но в том, что Vesta Sport все же увидит свет, сомневаться уже не приходится. Еще в прошлом году Бу Андерсон намеревался закрыть спортивное подразделение и перенести сборку мелкосерийных моделей на основной конвейер. Но после увольнения Андерсона Ладу Спорт оставили в покое. Переезда не будет, деньги на развитие есть, работы идут. Еще больше автомобильных новостей и полезных статей. Обновление каждый день.